Так, девушки, коротенько. Все, последнее. Я быстро. Выставка «Ладья. Зимняя сказка». В этом году пройдет с 17 по 23 декабря. 17 по 23 декабря. Лен, дай, пожалуйста, флаер. Один. Спасибо. По 21-е. Я вам тут сейчас. Хочется больше. По 21 декабря. Приглашение вот у нас есть, мы вам раздадим. Это будет новый павильон. В этот раз они взяли большой павильон номер 2. Уже рассказывать не буду, где это находится. Если что, зайдете на сайт. Значит, что предлагают для участников шерстиваля? 1 квадратный метр будет стоить 8700 вместо, если не ошибаюсь, 9800. Значит, 9800 для участников шерстиваля не будет, будет сумма 8700. Должен был быть еще регистрационный взнос, для нас его отменили. Да, должен был быть регистрационный взнос 3000 рублей, нам его тоже отменили. Минимальный стенд 2 квадратных метра. А, что? За все 5 дней. Цена за метр за 5 дней. Что надо сделать для участников шерстиваля? На сайте «Ладьи» вы заходите в раздел «Выставка 2014 года. Зимняя сказка». Находите кнопочку «Оформить заявку». Я могу, конечно, покричать, но там молодой человек оглохнет. Да, чуть-чуть осталось, девочки. Вам надо оформить заявку. Опять-таки повторимся. Если вы физическое лицо, так от себя и пишите, что вы физическое лицо. Единственный момент. Вы не сможете на фризе написать там «Люся Иванова». Нет. Вы должны придумать себе какое-то название. Написали, что там Иванова, Петрова. Вот и написали. На «Ладье», да? А, повезло. Извините. Значит, все равно там есть какое-то ограниченное количество... 15, да? Там вот ограниченное количество букв, да. Что можно? За деньги, да, за дополнительные деньги. То есть вот 15 символов входят в стоимость 8700. Значит, если вам понадобится... Обратите внимание, что входит стандартный стенд. Может входить решетка, как было это в прошлом году. И на этом все. Стол и стул. А, стол и стул. Мусорная корзина, источник, да, света. Да. Один источник, вот я про свет хотела, поэтому я отвлеклась. Про свет. Один источник света на 2 метра. Если вам... Да. Вам обратите на это внимание, если вы хотите дополнительные источники света, то вам это надо написать в заявке, но это будет стоить дополнительные деньги. Тогда вам надо заказывать... 1040, что ли, розетка стоит, ее можно заказать? Да, за дополнительные деньги, тоже на это обращайте внимание. Олечка, давай ты скажешь, что мы сейчас откроем тему на ярмарке, и люди там могут кофе... Мы, Маша, мы уже открыли тему на ярмарке? Олечка, нет, еще. Мы... один вопрос, а мы, когда заполняем эту заявку, мы где-то указываем... Что вы пишете «Шерстиваль», да, обязательно там в шапке пишите «Шерстиваль», чтобы вам выставили счет на 8700. Значит, пишем «Шерстиваль», не далее, как сегодня с утра я с ним согласовывала, еще раз это все проговорила, сказала, что у меня сегодня посиделки, чтобы не моих девочек блюли. Вот. Что касается показов.
показы приветствуются, даю мейл человека, который за это будет отвечать и впишет вас в расписание. Приглашаем, пожалуйста, сцена в вашем распоряжении бесплатно, то есть даром. Но модели вы должны иметь своих. Моделей никто не дает. Описание коллекции с вас. Коллекция, девочки. Все. Возможно, что в воскресенье будет у нас какая-то деловая программа. Но это зависит от времени, которое они нам предложат. То есть, если оно нам подойдет, мы это проведем. Если нет, то нет. Пока так. На этом я прошу вас. Оля, а какие-то у нас угловые стенды, там есть такая возможность? Значит, угловые стенды будут, можно писать в заявке угловой стенд, но вы понимаете, что угловые стенды, они ограничены в районе Шерстиваля, поэтому... Первые получат угловые стенды. А до какого числа вообще можно регистрация? Регистрация можно, и может быть, и в последний, ну, первый день заезда, ну, не в первый, а в предпоследний... За день до заезда, но уже если будут места. Оля, потом... они нам ограничили калиметраж? Да, нам дали прошлогодний метраж. Ну, и не помню, сколько это метров. То есть, в принципе, да. Но это будет одна наша улица с нашей вывеской. Мы будем встречать в сарафанах. Мы, да, мы откроем тему, уже мы написали черновик этой темы. Мы на ярмарке мастеров откроем тему. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, задавайте в теме, мы будем вам отвечать. Если у вас будут какие-то пожелания, опять-таки, пишите. Мысли я читать не умею, а тем более на расстоянии. Еще, допустим, напарника в нашей фестиваль. И там девочки, кто хочет метр. То, что по метру не режут. Да, по метру не режут. 2 метра. Вопросы есть? Мы вас повеселили? Отлично. Теперь свободное общение.